Если вы уже давно смотрите мои обзоры, то могли заметить, что когда мне действительно что-то сильно нравится, то я пытаюсь как-то где-то немного защищать это в дальнейшем. Нет! Это все не так! В этом нет никакого смысла! Измена! Измена! Предательство! Игра! Говно! В общем, вспоминая Горца 2, я задал вопрос, который заставил меня вспомнить об еще одном сериале, который я в свое время очень сильно любил, но о котором совершенно забыл. Как можно абсолютно опустить весь сериал всего за 12 минут? Как? Я скажу вам как. Повелитель зверей 2. Вот как. Если вы думаете, что Горец скатился в сраное говно после этой фишки с Зайстом... Ладно, возможно, это так и было. Но было, по крайней мере, три попытки исправить содеянное на DVD. В изданиях с режиссерскими и продюсерскими версиями, из которых были удалены любые упоминания о Зайст, и все списали на волшебников из далекого прошлого. Ладно, это все равно осталось фекальной массой, но знаете что? Я, по крайней мере, уважаю их за то, что в кои-то веки у создателей хватило совести и уважения к фанатам, чтобы попытаться дать им что-то, за что не было бы стыдно, чтобы в этом появился какой-то смысл. Они попытались исправить свои же косяки. Косяки Повелителей Зверей 2 сквозь портал времени не поддаются исправлению. Ни режиссерская обработка, ни фанатский монтаж не смогли бы сделать достойной эту кучу вселенского позора. Повелитель Зверей 2 одной левой полностью уничтожили то, что когда-то было подававшей надеждой франшизы про разборки магов и воинов, и превратил культовый фильм в насмешку. Он стал дешевле, тупее и куда более раздражающим. Абсолютное предательство оригинального фильма Дона Каскарелли путем перенесения места действия в современный Лос-Анджелес. Я так понимаю, что наши миры параллельны, только в нашем дыма больше. Он настолько плохой, что его невозможно достать на DVD. Горец 2? Без проблем. Но это, блин... В этом фильме столько непозволительных ляпов, что я про него даже не могу сейчас говорить. Мне придется вернуться назад и начать с оригинального Повелителя Зверей. Кстати, единственного фильма из всей серии, который таки можно достать на DVD. Просто, чтобы ваша ярость достигла нужного уровня, когда мы все же пройдем через портал времени. Так что без дальнейших рассусоливаний давайте поговорим об оригинальном Повелителе Зверей. Фильм начинается со знакомства с Рипом Торном, который играет злобного жреца и волшебника Маэкса, который также завидует этой очаровательной кухне и пиццерии. Вы знаете, что действительно достойно звания злобного волшебника, когда в вашей крепости есть куча окон, сделанных из огня? Пускай щита за отопление зашкаливает, ну пофиг, зато у меня есть окно из огня. Короче, на Маэкса работает трио ведьм, которые проводит один из самых сексуальных спиритических сеансов в мире. По крайней мере, пока камера не меняет угол обзора, и о боже мой, ну и страхоморды! Истина готова свершиться. Пророчество говорит, что ты обречен. Ты будешь играть в «Пошел ты, Фредди». Твоя карьера покатится по наклонной. Ты проклят бесконечными сиквелами людей в черном. Ты умрешь от руки пока еще не рожденного сына короля Зеда. Скоро умрет его нерожденный сын. Истину невозможно изменить. Сегодня ночью он умрет. Хорошо, хорошо снято. Это было здорово, Рип. Очень смешно. А теперь давайте еще раз, только на этот раз серьезно, Рип. Это должна быть ярость, понял? И... мотор. Истину невозможно изменить. Сегодня ночью он умрет. Рип, это не комедия. Ты ведь в курсе, да? Это серьезный фильм. По-моему, мистер Торн опять пил. Неловкость нарастает, когда король Зет решает самолично зайти и повидаться. Господи, какая жарища, и воняет потными яйцами. Ё-моё, так комната за окном горит. Зет быстро понимает, что Маэк злодей, потому что... и так все ясно. И приказывает его казнить. Но оказывается, абсолютно не готов к встрече с его новыми бойцами камикадзе. Склонись же перед Маэксом, почувствуй мою безграничную власть. Я повелеваю человеческой волей, скоро легионы моих солдат самоубьются перед тем, как кто-то пойдет против меня. Стойте, отпустите меня, я всемогущий волшебник Маэк, не заставляйте меня заставлять остальных моих приспешников самоубиваться у вас на глазах, стойте! Прошу прощения, но мне сложно относиться к этой сцене серьезно. Наверное, я чутко пересмотрел Монти Пайтона. Мы отряд самоубийц Иудейского народного фронта! Отряд самоубийц! В атаку! The
Как мы их, а? Маэкс попадает в тюрьму, но ведьмы скрываются и пытаются убить еще нерожденного сына короля Зеда. Они используют волшебство, чтобы забрать нерожденного ребенка у матери и переместить его в тело коровы. Да. Потому что для этого даже есть специальное заклинание. И учтите, это был план А. Короче, потом ведьма извлекает ребенка из коровы, ставит на нем волшебное клеймо и начинает готовить к ритуальному жертвоприношению. Что-то слишком много возни для того, чтобы просто убить ребенка, нет? Почему его просто, ну, не того? Не хочу показаться слишком жестоким, но это та проблема, которую можно с легкостью решить бейсбольной битой. Не обязательно заморачиваться с волшебным корово-беременеющим заклинанием и клеймом. Вот именно, поэтому и надо перемещать нерожденного ребенка врага в тело коровы. И никто же не догадается. В общем, не знаю, наверное, это как-то связано с религией. Просто я думаю, что если бы я был волшебником, я бы использовал свои способности для более понятных вещей, типа получения денег или соблазнения женщин. Когда вы начинаете запихивать детей в коров, думаю, это знак, что пора притормозить. В общем, ведьма уже собирается покамсать ребенка, когда на сцене появляется праздношатающийся чувак в халате и бросает какую-то штуковину ей в спину. И он смахивает на средневекового чувака. Эй, чувак, агрессия не пройдет. На первый взгляд, ведьма склеивает ласты и испаряется, словно Оби-Ван Кеноби. Но оказывается, что она просто телепортировалась с помощью заклинания, оставил вещи на земле и возникло позади него. Может, бросишь в нее еще чем-нибудь? И тогда она выскочит из нижнего белья тоже? Ах ты ж, ё-моё, что ж тебя перекосило-то так? Это растающий Джон Мейден, это Джон Риверс, это та тетка из балбесов. Чувак убивает ведьму, усыновляет ребенка, дав ему имя Дар, и учит его быть воином. Я не говорил, что он еще и мастер-фехтовальщик и вдобавок ниндзя. Потому что так и есть. Учитывая мое везение, меня бы наверняка подобрал фермер, выращивающий арбузы. Хотя, тоже могло сработать. Еще он учит юного Дара бросать летающую штуковину. Старый Кейпар. Что-что? Гейбар? Старый кальмар? Что ты говоришь? Короче, он показывает Дару, как пользоваться... Чуть не срезал башку своему соседу-фермеру. Ты старый дурак! Какая прелесть, что не говори, покушение на убийство — это всегда весело. Неожиданно его засасывает в лес. А потом высасывает обратно. Оказывается, это был проходивший мимо медведь. Ведь медведи широко известны тем, что грабят случайных прохожих. Блин, если бы я не бросил свою летающую штуковину, то наверняка смог бы спасти того чувака. Но внезапно появился незнакомец, который спасает их с помощью своей магической способности контролировать зверей. Ладно, шучу. На самом деле, Дар обнаруживает, что из-за наложенного на него заклятия, он теперь может мысленно говорить с животными, приручать их, а также видеть их глазами. Пролетает несколько лет, и темноволосый пацан превращается в блондинистого Марка Сингера. Но невозможно постоянно убегать от законов драматургии, и вскоре армия злодеев нападает на его деревья. Кто мы? Летучие мыши! Что нам нужно? Насекомые! Куда они нам нужны? Сейчас! Пик-пик-пик! Летучий отряд разносит всю деревню на куски и даже убивает собаку Дара. Теперь он отправляется в путь, чтобы отомстить, навсегда отказавшись от рубашек и надевший карную диадему. И это определенно достойно клипа в стиле «Жажда мести». У меня полное ощущение, что он наткнется на ребят из турецких «Звездных войн».
По дороге он приручает орла по имени Ширак, двух хорьков, которые любят воровать вещи, которых он назвал Коду и Поду, и которые вышли такими прикольными, что они практически украли все внимание зрителей. Серьезно, я думаю, что любой ребенок, который посмотрел бы этот фильм, тоже бы захотел себе завести хорьков в качестве домашних животных и научить их красть женское белье. Ну да ладно, может только я. А еще он спасает черного тигра от издевательств рандомной группы злобных солдат. Я назову тебя Ру. Это не имя, это звук, который я издаю спустя час после того, как поем чего-нибудь немецкого. У меня есть зоркость. У меня есть хитрость. И теперь у меня есть сила. Да, теперь у меня достаточно сил, чтобы отомстить Маэксу, используя своих друзей-животных, чтобы цеплять симпатичных тёлочек. Я не шучу. Он подговаривает Коду и Пода стащить нижнее белье девушки. Потом до усрачки пугает ее тигром, а потом прибегает в образе спасителя. Это продуманный план. Наверное, он долго над ним работал. Ты обязана мне жизнью, но я приму это в качестве платы. Ах, сексуальное насилие, все ради старого доброго безобидного веселья. Дар добирается до крепости Маэкса и узнает, что тот пленил короля и захватил его трон. А также проводит ритуалы на вершине своего зиккурата и бросает детей в огонь, принося их в жертву. Наверное, так по имени Гленна Бека выглядит реформа здравоохранения Обамы. Дар видит, как он собирается принести в жертву Энакина Скайуокера и посылает на помощь Орла, который каким-то образом вытаскивает ребенка из ямы. Ага, конечно. Очень похоже. Я этого хотел. Это чудо! Можете представить, что они проскочили с таким спецэффектом? Вот если бы дар прилетел на огромные мертвые летучие мыши, тогда еще можно было бы поверить, но тут... Короче, дар пробирается в подземелье крепости, чтобы освободить короля Зеда. Но обнаруживает, что оно забито монстрами-фетишистами, неравнодушными к коже. Оказывается, колдуны Маэкса создают новый вид суперсолдат путем засовывания им в ухо волшебных светящихся слизняков, которая оборачивается вокруг коры головного мозга. Это делает жертву чрезвычайно восприимчивой к внушению. И это превращает их в неистовых берсерков, одержимых безумной яростью. Я выглядел примерно так же, когда узнал, что они снимают ремейк «Побега из Нью-Йорка». Ну, по крайней мере, от них немного больше проку, чем от остальных. Или нет. Ух ты, мы годами создавали этих ребят, как мы могли подумать, что такое когда-то случится? Кстати, я предупреждаю, что Дар не приложил руку к тому, чтобы это произошло. Просто эти мужики такие идиоты. Пока вся крепость разбирается с монстром, Дар спокойно уходит с королем Зедом. И теперь, когда он воссоединился со своим давним потерянным отцом, они могут объединиться и скинуть Маэкса. Дед, он урод, выродок, который разговаривает с животными. Но отец... Я не потерплю в своих рядах труса! Да, на здоровье. Он почему-то предвзято относится ко всей этой мути с колдовством. Чего ты на меня злишься? Ты сам его нанял. Король Долбозвон прогоняет Дар и отправляется в оговье хиленького отряда свергать Маэкса. Такого хиленького, что их битва остается за кадром, и в результате всех, включая короля, убивают. А девушку собираются спустить на барбекю. Так что Дару приходится штурмовать крепость единолично. Что в итоге оказывается гораздо действеннее. Дар надирает Маэксу задницу и засаживает нож ему в печень, но поскольку добро без мозгов, он решает, что ножа достаточно для убийства Верховного Мага, поэтому поворачивается к нему спиной и празднует победу. Ошибка! Но Кода спешит на помощь и спасает всех! Да, давай, Кода, покажи этому мужику, перегрызи ему глотку! Коду! Вы убили милого маленького хорёчка? Это самая печальная сцена, которую я видел в жизни. Без шуток, когда я видел это в детстве, я рыдал несколько дней. Я все еще не отошел. Черт, этот хорёк погиб, сражаясь. Что ж, Маэкс помер, и вроде бы можно запускать титры, но, как ни странно, это не было кульминационной сценой в фильме. Вместо этого они узнают, что армия Маэкса была в походе и возвращается, чтобы взять город. К счастью, вокруг города случайно оказывается выкопан ров, наполненный смолой. Нет, правда, он просто есть. В моей родной деревне Эймар смолу использовали в состязаниях на проверку силы. А, теперь я все понял, то есть... Нет, не понял. Типа, они залили нам яму смолой, так от нечего делать.
Насколько далеко им пришлось ходить, чтобы раздобыть тысячи литров смолы? Есть ли у них должности чистильщика рва, чья работа состоит в том, чтобы смахивать пыль с поверхности и следить за тем, чтобы смола выглядела свежей? Кто до такого додумался? Мне нужна траншея вокруг всей базы глубиной в 2 метра, заполненная бензином. Короче, они забрасывают смолу землей в надежде, что солдаты просто забудут, есть ли вокруг города, из которого они пришли, ров со смолой. Который есть. Пищите так, как никогда не пищали раньше. Что, город потратил весь бюджет на пыль и не поставил ни одного знака, запрещающего курение? Разве это не опасно? Я просто не могу работать с этими придурками. Окей, я пришел злого волшебника, да? Потому что я герой, это моя работа. А теперь я должен убить еще и всю его армию. А черт, дери меня, аватар. Эти люди что, ничего не могут сами сделать? В общем, в итоге Дар побеждает человека, летучую мышь, и тут прилетает несколько настоящих летучих мышей, чтобы предъявить иск о нарушении авторских прав. Это долгая история, побочная сюжетная линия, в которой Дар нападает на племя людей летучих мышей, которые могут заживать во своих смертельных объятиях. Короче, не знаю, просто смиритесь. И наступает счастливый конец. Мэйкс побежден, Бэтмен повержен, Дар остается с горячей рыжей Чикой, которой не будет во второй части, и уходит в закат со своим черным тигром, которого не будет во второй части. К тому же оказывается, что у Пода появились детеныши, ура! Но шутки в сторону, «Повелитель зверей» — это действительно очень хороший фильм. История была незатейлива, да, но хорошо поданная. С интересным героем и клевыми животными. Все хотели себе животных, как у Дара. Сражения были захватывающими, обстановка была оригинальной и сочетала в себе удивительные места и интересных людей. Спецэффекты были в основном довольно прилично сделаны, усиливая атмосферу таинственности и ужаса. Ну и смотреть на Тони Робертс и Марка Сингера тоже было не неприятно. Само собой разумеется, сиквел обернулся настоящей катастрофой. Вот черт! О боже мой, какой же отстойный фильм. До встречи в следующий раз, когда я произведу вскрытие «Повелителя зверей 2» сквозь врата времени. Врата времени. Из врат моей задницы и то вещи лучше выходили. «Повелитель зверей» переведено Доминика. Озвучил Тернокс. Show them, huh?